Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music. Сегодня мы с вами послушаем Big Baby Tape BB Team Freestyle. Когда я увидел это название, я подумал, ну, Big Baby Team Freestyle, типа, что-то такое может быть, да? Оказалось, это нихуя, мне уже спойлернули, что это Bad Boom, блядь. Я такой, вау, это что, получается, рекламный трек Казика? Разъеб, да, об этом мы мечтали все. Рекламный трек Казика от Тейпа, который, по сути, провалил предыдущий год полностью. Начиная от Ворсквы, заканчивая Ворсквой. Да. И, получается, входит он в 24-й год треком про Казик. Ну, блядь, подожди, Казик. Какой генок Казик, если Bad Boom это букмекерка, да? Сори, да, я еблан. Тем не менее, блядь, что то, что то. Ну, вы понимаете. Я в целом, мне, я говорю, вот лично мне поебать. Хоть Казик, хоть букмекерка, мне как бы это похуй, я слушаю музыку. Но просто я понимаю, что далеко не всем, далеко не все люди заценят такой поступок. Мне вообще похуй, в целом, абсолютно, поэтому я просто буду слушать музыку. Но даже по сниппету, я думаю, бля, это реально фристайл, нахуй, или что это такое? Ну, сниппет максимально не зашел. Я такой, ну, нет, в целом прикольно, но что-то, по-моему, опять какая-то параша. Это не Каз, да, я уже сказал, да. Это игры. Ну, я уже сказал, да-да-да, я уже извинился за это. Давайте посмотрим, что у нас по аннотации. Ему заплатили, значит, он крутой. Baby Team Freestyle, первый в 2024 году трек тейпа, записанный в формате фристайл. Работа крайне сильно напоминает звучание 17-18 годов, во время которых были выпущены Dragon Board и аргументов и факты. Окей. На протяжении всей работы Егор умело рифмует и совмещает англоязычный слэг, что не так уж и удивительно, ведь вышеупомянутые релизы полностью наполнены подобным стилем. Алло, это киберспорт сезон? Это не про это типа про киберспорт? А, ну, блядь, сразу бы сказали, ты мне просто говоришь, ББ это бы... Я подумал, что это типа трек этого, рекламы. А это про команду? Понял. Все, тогда вообще ноль проблем. Это только заебись. Сори. Само название Baby Team расшифровывается как Bad Boom Team, что также можно понять из интертрека. Это название сильно выделяет киберспорт, ведь сама песня крайне много отсылок на этот вид спорта. О, это, кстати, круто, потому что за это я шарю, но только за КС. Впервые об этой песне стало известно за 2 дня до релиза, 14 февраля, когда артист опубликовал в соцсетях отрывок трека с указанной датой релиза. Так, то есть... А, еще клип есть? Или это... Это не клип. Хорошо, все, я тогда прошу прощения у всех тех, у кого я думаю... Ну, что он наклеветал, я подумал, это реклама типа букмекерки. Он влетает с треком про киберспорт, допустим. Это должно быть интересно. Хоть какие-то отсылки, надеюсь, я выкуплю. Но если там про КС будет. Но тейп вроде играет в КС. Честно хз. 22% набрал этот трек в Телеграме. Поэтому, если вы хотите больше тейпа, то в Телеграм и там голосуйте, когда у него треки выходят. Ну и про Твич не забывайте, чтобы, конечно же, быть, короче, в курсе событий и видеть реакции первее всех. Слушаем BB Team Freestyle. Bad Boom Team Exclusive. Я держу на себе baby чапу и сыра baby рожь. Вышел из пита, чтоб делать хлеб. Держу на полке дрожжи. Мои белые солджи. И плюс мы вышел из пита. Белый был мне должен. Этот смог он не задоджил. Ехал мимо, сделал вайп. И теперь он dead inside. Пару пуль на его жопу, чтоб он чувствовал мой вайп. Окей. Это на доту, да? Хорошая ритмика здесь, это Stupid Bell. Бля, ну слушайте, вообще неплохо. Вообще мне нравится. Хотя, довольно простой бит, но тейп очень крутую ритмику выбрал.
не на отъебись как будто. Комментатор флоу, бля. Охуенно. Ебать, это. Ты не сомневался, ты же говнище жрёшь каждый день. Внимание, внимание, мнение only курса, да, вы слышите? Мнение only курса, да, внимание всем. Я не сомневался, ты же говнище жрёшь каждый день. Внимание. Все. Все, все услышали. Так, смотрите. Не знаю насчет общего, мне пиздец зашло. Насчет общего хуй знает. Ровно. Пиздец крепко и пиздец интересно. С реально крутыми отсылками. И это не бросовая тема. Не знаю насчет общего плейлиста. Вот реально. Вот тут хз. Можете написать, если вы... Если вы в чате, вы можете написать. Привет. Здорово, Сдеки. Я вчерашнюю реакцию видел. Неудобненько. Ну, да-да-да. В общем, мне понравилось. В первую очередь, конечно, из-за отсылок. Но в целом очень много крутых решений, крутой структуры. Но, ну, структура именно внутри партов. То есть вот это очень крутой парт. Ритмика именно. А ты по дефолтик нормальный. Да, просто это лучше, чем то, что мы слышали до этого. И от этого круто. То есть тут большинство пиздец, конечно, да. И то, что мы наконец-то получили что-то более-менее нормальное. Мне зашло пиздец. Как бы. Москва фул пиздец. Пиздец в плане ужас или... Или в плане хорошо. Тейп лучше Фрешмен 24. Это база, да. Я подумал изначально, что это, блядь, реклама нахуй этого. Вы поняли, бэтбум. Но... По факту так и есть, но типа как киберспорт. Типа это очень дефолт, но ты в основном в своих альбомах всегда по-разному еще интересен. Ворскла как-то скучная. Да, Ворскла скучная. В общем, наверное, напишите в комментариях, что вы думаете. Как будто в общий я не согласен это добавлять. Добавлю к себе. Как будто в общий все-таки нет. Но если вы хотите, чтобы я в общий добавил, то напишите. Да. Спасибо большое Тейпу. Наконец-то что-то интересное. И я хочу, чтобы в 2024 году мы получили от него больше качественных релизов. Что там у нас на подходе? La Flair. На Bandana 2, я думаю, все уже хуй забили. Ну и в целом больше ничего. Мы не ждем от Тейпа, да ведь? Да, хочется, чтобы эти релизы были не ворсквой, а охуенными релизами, блять. Да. Спасибо большое в любом случае. Ждем. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Мы были на канале Афанов Мюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.